Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 женщин. Ой. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо... Прикольная информация. А пропустить нельзя? Ой. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамское весло. Помимо.